Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! Мы вас приветствуем из города Коломна. Мы сюда приехали вновь. Первые два раза были в ноябре и в декабре 23 года, не считая групповых автобусных туров из города Москва. Но у нас был гештальт не закрыт, а что-то много всего осталось, что мы не видели, в том числе не видели город Зарайск. Поэтому решили приехать одним днем. Это было первоначально наше решение, потом мы поняли, что рано мы не проснемся. Поэтому приехали в пятницу вечером, заселились в отель «Коломна». А сегодня у нас суббота, мы идем гулять по городу, но сначала покажем вам обзор нашего отеля. В этом отеле мы уже с вами жили в ноябре. Давайте посмотрим, изменился ли с тех пор отель. И появились ли там тараканы. В общем-то, обзор отеля «Коломна», 3 звезды, гостиница «Коломна» в этом видео. Поехали! Наша гостиница «Коломна». Идем. Кафешечка, сити-кафе при отеле. Заходим. Так, ну что, получили мы ключики. Вот они. В лифтовый холл. У нас в этот раз 15 этаж. Номер у нас называется «Junior Suite Business». В прошлый раз мы были Junior Suite классический. В этот раз, когда мы уже бронировали, было всего лишь 3 номера свободно. Это Junior Suite Business, это люкс и полулюкс. Ну, в общем, едем. Так, приехали на 15 этаж. Вот они, балконы. Мы все думали, где же балконы? А получается, ну, сегодня не выйдешь, там ручка убрана. Как же там выходят люди? Так, еще раз. 15.04, 15.07, 15.04 нам сюда. Кстати, в коридоре есть утюг и гладильная доска. Так, идем. 15.01, 15.06. Наверное, с этой стороны. Потому что в прошлый раз у нас там мы жили, у нас были окна вот сюда. Вот туда вот мы жили. А сейчас, наверное, будет сюда. В другую сторону будут окна. 15.04. Заходим. Так, ну что, вот он наш номер, 15.04. 15 этаж. Получается, как бы гардеробная, не знаю, прихожая, коридор, как это так называете. Шкафчик вот такой вот. Здесь есть полочки. Вот, есть тапочки. Вешалки. Зеркало. Это, наверное, не знаю, она как-то, может, двигается. Нет, в общем, чисто, видимо, подлезать надо, чтобы повесить одежду. Как-то я не очень поняла. Кстати, я сейфа не вижу. Сейф, вот он. Есть там сейф, да? Сейчас потом еще покажу. Ладно. Свет. Напротив здесь у нас ванная комната. Что мы видим? Вот такая вот большая ванная комната. Есть раковина, есть принадлежность, гель для душа, шампунь, шапочка для душа, зубной набор, есть фен. Фен работает. Замолчи. Есть 2 халата, полотенце для ног. Здесь получается уже ванная. Мы когда, по-моему, были в другом номере в этом отеле, там была душевая кабина, кстати, было гораздо удобнее. Здесь именно вот такая вот ванная, конечно, зазорчики. Ну, ладно. Вот, есть полотенца, да, получается, для лица, наверное, для тела, если я правильно поняла. Так, вот, получается, все вот так вот. Идем дальше. Здесь получается сама комната. Вот такая вот большая комната. У нас 2 кровати. В прошлом номере тоже был Junior Suite. У нас обычный. Да, классик. Классик был Junior Suite, классик. Здесь был большой диван, который раскладывался. И вот здесь вот этот вот столик с зеркалом. Они стояли вот здесь. Ага. Вот.
Вот. Мне кажется, было больше, да, чем этот номер. Вот общем, мне правда ощущение. А я даже не знаю, переплатили мы или нет. Паш, мы тогда были в ноябре, и мне казалось, что мы те же самые деньги заплатили. Но не помню, честно скажу, не помню. Вот. А по наборам здесь есть, получается, чай. Здесь есть вода, есть чайник. Здесь, да, сейф где-то. А, вот он сейф, да. Вот он сейф, я вижу, есть. Там, мне кажется, даже шкаф. Шкаф был в прихожей, типа, да, побольше. А это, наверное, бар. Ну, не или бар, холодильник. Да, холодильник есть. Вот. Телевизор, пульт. А, получается, два стула. Стол. Воды было у меня в прошлый раз 4 бутылки. Да? Надо посмотреть, честно, не помню, надо посмотреть по прошлому. Мы оставим ссылочку, посмотрите, сравните два номера. Это Junior Suite, да, Business и Junior Suite Classic. В прошлый раз был. Вот, какой, мне кажется, мы заплатили одинаковую стоимость. И тут надо смотреть, сколько раз мы заплатили. Кондиционер, получается, прямо над кроватью. Две кровати по подушке, судя по всему. Здесь такая, если да, здесь по одной подушке. Здесь такая мебель, в прошлом номере она была как будто поновее. Здесь такая, как бы, более такая старая мебель, как бы. Ну, состаренная, ну, то есть состаренная, что ли, такая, более как вот, не знаю, как это даже сказать. В общем-то... Да, там прям был новый-новый такой. Да, то прям номер был... был ковролин, ковролин был. Да, ковролин. Там был. Тоже был ковролин, но мне кажется, он был заменен. Ну, в общем, у меня ощущение, что тот номер был поновее, обновленный. Да, поновее, ну, получше. Да, вот. Ну, в общем, это вот наш такой взгляд. Хотя заплатили, мне кажется, мы и в ноябре, когда были, и за тот номер, что за этот номер одинаковую сумму. Но, как говорится, что было, то было, то мы взяли. В общем, вот такой вот номер. Заплатили мы 7000 рублей за одну ночь, включая завтраки на двух взрослых. В общем, вот. У нас утро. У нас новый день. Проснулись. Вот, оделись, да, и идем завтракать. Спускаемся на первый этаж. И вот в ресторан. Мы с вами уже были в нем, когда отдыхали в ноябре. Здесь рыбки плавают. Вот это пришли. И вот такая вот зона шведского стола. Здесь чай, кофе, либо булочные изделия, всякие сладости, сухой завтрак с молоком, сгущенка, мед, джем, йогурты, творог, сметана, арбузик. Включено в стоимость завтрака. Коломенская. Коломенский йогурт. Так интересно. Может попробовать. Здесь у нас соки, нарезка, колбаска, сыр. Это у нас сливочное масло. Это у нас свекла с малосольным, наверное, огурец, овощи. У нас здесь получается глазунка, спагетти, молочные сосиски, рис, дальше омлетик, оладушки, такие пышные оладушки. Снова глазунь и отварное яйцо. На входе есть каша овсяная. Вот такой вот у нас вкусный-вкусный завтрак. А если вы едете вместе с нами, то вам тоже приятного аппетита. А убери свои пальчики. Да, я рыбок поснимаю. А ты какой? Прикольные такие. Пошли сдаваться. Здравствуйте. Да, я хочу, можно ли сдать чемоданчик? И скажите, пожалуйста, я хотела вас узнать, потому что мы у вас не первый раз в гостинице, первый раз мы были в Junior Suite Classic, он был реновирован. У вас вообще какие номера реновированы, а какие нет? Потому что я так понимаю, что не все у вас номера обновленные. Ну, они постепенно сейчас обновляются, у нас даже в процессе сейчас вот целые этажи перекрыты, ремонт продолжается. То есть самый-самый новый, который вот самый последний буквально несколько месяцев, это Junior Suite. Это комнатный полюкс, то есть следующие категории номера, они прямо уже новые-новые-новые. А, однокомнатная полулюкса? Да, Junior Suite. Вот, они прям самые новые. Вот. А остальные все по мере потихонечку идут, а то текстилем наверх, то полосами. Ну, понятно. Остальные понятно. Все потихонечку, да. А сейчас прям новые номера там. Все, спасибо большое. Ой, какая печенька нам дали на выезде, класс. В общем-то, вот такой вот у нас получился небольшой обзор
отеля, гостиницы, точнее, Коломна, 3 звезды, город Коломна. А, где мы, в общем-то, мы провели уже второй раз. Вот, напоминаем, первый раз мы здесь были в ноябре 2023 года. А, кто не смотрел, ссылочку оставим под этим видео. А, резюме. Нашли мы тараканов или нет? Ну, тараканы здесь не найдены. Вот искали. А что хочется сказать? Конечно, вот когда мы первый раз были, номер был более реновирован, более новый, более какой-то, более уютный. В этом хотя бы и добротная, как они думают, мебель, но она пахнет старостью. Но здесь еще ковролин, мне кажется, наверное, старый. И, да. И все-таки, когда ковролин, и он довольно-таки долго, как бы его ни чистили, все равно он имеет специфику определенного запаха. И когда в номер заходишь, этот запах здесь присутствует. Ну, еще хотелось бы сказать, хотя матрас, на матрасах никто долго не лежал, они не промятые, нормальные матрасы, но простынки на матрасах маловатенькие. То есть, с одной стороны, подтыкаешь, а с другой стороны, она вылезает. Не, ну, в целом, нам понравился. Завтрак тоже вполне. Мы даже наелись. Для 3 звезд вполне нормально. Арбузик так вообще очень вкусный. Прям потрясающе сладкий. Мне очень понравился коломенский йогурт. Да, у них фишечка это в прошлый раз ее не было. Ну, в общем-то, честно скажем, для 3 звезд, мне кажется, очень. Еда вообще здесь отличная. Да, и расположение в отеле очень неплохое. Да, расположение вообще зэконское. А если вам попадется еще реновированный номер, то это вообще будет супер. В общем-то, нам понравилось. В принципе, здесь чистенько. Мы бежали-бежали, но ни одного таракана даже не увидели. Поэтому здесь чистенько. Нет, на самом деле хорошо. В общем-то, мы побежали дальше. У нас сейчас встреча с нашей подругой. И мы идем с вами в дом Сурановых. Дальше будет Коломна и город Зарайск. Но это все вы увидите в новых видео. А на этом мы с вами прощаемся. Как обычно, пожелаем крепчайшего здоровья. И хорошего настроения. Как вы знаете, хорошее настроение мы всегда создаем себе сами. Пока!